Певец родного края. Такого титула удостоен запорожский поэт и композитор Анатолий Сердюк. У него двойной юбилей. 50-летие музыканта совпало с 25-летием творческой деятельности. По случаю круглой даты артист в галерее Союза фотохудожников организовал персональную выставку. Гости рассматривали экспонаты и поздравляли юбиляра. На юбилейной выставке Анатолий Сердюк представил диски, кассеты, сборники песен, книги, плакаты и картины, связанные с его творчеством. Но основную часть экспозиции составили несколько сотен фотографий, на которых артист запечатлен в моменты выступлений и за кулисами. Снимки взяты из личного архива, многие сделаны именитыми запорожскими фотографами. Мы, фотохудожники, фотографы, любили его всегда снимать и сейчас снимаем. Снимали его очень многие наши, и Борис Дворный, и Володя Шеремет, и Прилеп Александр, Олег Бурбовский. Я познакомился на «Червоной руке», по сути дела, потому что снимал, работал. Потом с Анатолием очень много познакомился, много снимал. Песни его часто слушал, супругу прекрасно знаю. И вообще мне вот его песни очень нравятся. Некоторые, которые на стихи Лютого написаны, я от них даже иногда плачу. За 25 лет творчества записано немало. 16 дисков, 10 концертных программ, 20 видеоклипов и более 150 песен. Исполнитель провел 1500 концертов в Украине и за рубежом. Анатолий Сердюк удостоен звания заслуженного артиста эстрадного искусства и работника культуры Украины. Що мене може вирізняти серед інших запорізьких артистів, музикантів? Я оспіваю свій рідний край, і саме з мене почалась ця хвиля. Творчість вже стала певною мірою хрестоматійною, тому що вивчаються в школі мої пісні. Міністерством культури рекомендовано мій пісенник як навчальний посібник в школах України на уроках музики і співу. Но самое важное, уверен юбиляр, то, что его песни с удовольствием поют люди и на праздниках, и на свадьбах, а некоторые из них даже считают народными. При этом Анатолий Сердюк утверждает, звездную болезнь за четверть века так и не подхватил, а всем завистникам и критикам есть что сказать. Хай они свою организуют выставку, и тогда мы подивимось, что мне есть что показать, тому я и показываю. Впереди у артиста творческие встречи в библиотеках и вузах, выступления на День города и масштабный концерт в конце декабря. Отпраздновав юбилей, Анатолий Сердюк возьмется за новую концертную программу.